Сегодня мы будем играть. То есть мы будем как бы смотреть, кто для девушек. Идет только для девушек, снимает мальчика. Потому что как. Ну все, ребят, в принципе, все. Как бы заходим в лайки для начала. Для начала у нас лайки. Это девчачья. Самая девчачья. Тик-ток, ну. Вот смотри. У нас очень любимая девушка. Я даже не люблю ее. Да, только больше лайки. Поставьте лайк. Этот парень украл мое сердечко. Ромашки весна. Если знаешь тренд, то танцуй его. Just wanna.
дня не могла поесть. Здравствуйте. Это вы продаете? Опять она? Сколько можно таскать нами? Ну, за ней действительно некому присмотреть. А дома ей будет очень скучно одной. Но это же не первый и не второй раз. Ну ладно, куда пойдем? И смотрите, что нахожу, ребята. Жвачка. А мама. Иду я такой по ТЦ. И смотрите, что нахожу, ребята. Жвачка. А мама. Иду я такой по ТЦ. И смотрите, что нахожу, ребята. Жвачка. А мама. Слабонервным не смотреть. Да хватит, Люжа, слонервным не смотреть. Короче. Ой-ой. Кажется, ты забыл подписаться. И лайк не поставил. Ты что, ку-ку, что ли? Ой-ой. Кажется, ты забыл подписаться. И лайк не поставил. Слабонервным не смотреть. Да хватит, Люжа, слабонервным не смотреть. Ой-ой. Wow, you can really dance. Wow, you can really. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Head is matted black. Настя, кош. Не надо. Мама, ну включи мне воды набирать. Очень-очень сильно я хочу искупать. Да подожди минуту, я сейчас снимаю видос в ТикТок. Ну ладно. Сейчас рука. Мама, ну включи мне воды набирать. Очень-очень сильно я хочу искупать. Да подожди минуту, я сейчас снимаю видос в ТикТок. Ну ладно. Толстый мой, притолстый мой, жирный кот. Мама, ну включи мне воды набирать. Очень-очень сильно я хочу искупать. Да подожди минуту, я сейчас снимаю видос в ТикТок. Ну ладно. Сейчас ругаться буду громко, кто разбил стакан. Вообще он сам упал, я видела вчера. Но признайся, мне родная, это же все обман. Ну ладно, это я. Так, Пуганов, ты стих выучил, который я задавал вам на каникулы? Нет, Валентина Саркатановна. Пока. Толстый мой притон. Толстый мой жирный кот. После молока налью тебе компот. Кушая стар. Так, Пуганов, ты стих выучил, который я задавал вам на каникулы? Нет, Валентина Саркатановна. По какой причине ты не выучил его? Я все каникулы в телефончик играл, не успел его выучить. Не слышу, повтори. Валентина Саркатановна, я говорю, у меня родители ремонт дома задели, я все каникулы им... Толстый мой, притолстый мой, жирный кот. После молока налью тебе компот, кушая второй. Мама... Успокойся, не надо орать. Не буду я успокаиваться! Нет, что ты кричишь? Потому что я хочу домой нормально! Ну вот сейчас приедет милиция, разберется. Я тебе говорила, дай телефон, я позвоню маме просто. Пусть мама придет, тебя и заберет. Все, в чем проблема-то? Не надо, ты тут начал драться со мной, мама! Пинать. Мама, ну включи. Толстый мой, притолстый мой. Как думаете, это обратная съемка или нет?
наконец-то нормальная зарядка. Посмотрите, люди добрые. Настя, Куш, прости меня, пожалуйста, но мне кажется, уже пора рассказать правду. Вы знали, что у Насти Куш есть младшая сестра? Нет, ну, не знали, так это я ее младшая сестра.